Почти 16,5 миллиардов тенге потратят на референдум. Такие расчеты Центр избирком представил в Министерство финансов. Подготовка к проведению голосования уже началась. Сегодня представителям НПО рассказали о том, как правильно вести агитацию. Подготовка к референдуму должна завершиться в месячный срок. 16 миллиардов 460 миллионов запросила Центральная избирательная комиссия на его проведение. В Министерстве финансов с расчетами ознакомились и возражать не стали. Финансирование пойдет из республиканского бюджета. Соответствующие расчеты со стороны Центральной избирательной комиссии представлены. Сегодня правительством соответствующее постановление принято. Деньги будут выделены. 5 июня по всей стране работать будут более 10 тысяч участков. По словам членов ЦИК, деньги пойдут в первую очередь на обеспечение их материально-технической базы. Смета для референдума идентична крупным страновым компаниям. На всю объединенную выборную кампанию депутатов Мажилиса и Маслихатов тратится около 15 миллиардов 300 миллионов тенге. В первую очередь это создание материально-технических условий для работы всех комиссий. Значит, затем изготовление печатной продукции, в том числе и бюллетеней. Затем информационное сопровождение кампании. На это тоже выделяются средства государства и оплата труда членов привлеченных комиссий. Вот основные позиции. Агитация уже стартовала. Участвовать в ней могут как граждане, так и неправительственные организации. Для тех, кто намерен принимать участие в агитации, ЦИК проводит обучающие семинары. Далее Насипова, Дидар Елеов, Информбюро, Нурсултан.